Всем привет! Сегодня хотим представить вам видеообзор дождевика MadBull. Итак, друзья, давайте рассмотрим данный мотодождевик подробнее. Мотодождевик MadBull изготовлен из полиэстера. Достаточно плотный прорезиненный материал. Данный дождевик имеет регулировки на запястьях, на воротнике. Две регулировки на поясе. Все швы данного дождевика проклеены изнутри. Он обеспечивает 100% влагонепроницаемость. Изнутри дождевика также имеется сеточка. Также имеются регулировки в районе бицепса. И светоотражающие элементы в задней части на руках. Штаны. Штаны тоже изготовлены из полиэстера, внутри имеют сеточку. Длина штанов всегда взята с запасом. Штаны имеют карман и регулировку в нижней части. Штаны также проклеены изнутри и обеспечивают 100% влагозащиту. Плюсом данного дождевика является то, что он раздельный. Это удобно, когда заканчивается дождь, асфальт мокрый, но верхняя часть уже не нужна, только штаны. В данном случае этот дождевик идеально подойдет для поездок. Данный дождевик продается в двух цветовых вариантах – салатовый и красный. При покупке дождевика стоит учесть, что все размеры даны с учетом одетой мотоэкипировки.